Тут спонтанная экскурсия получилась. Ну ничего. Вот спонтанная экскурсия. Куры, пальмы. Мы находимся на рыбацком острове. Среди пальм, кур и все такое прочего. Вот висит сахарное яблоко, манкао зреет. В общем, вон пальмы с кокосами. А вот дорога, по которой не ездят машины, потому что они не могут по мосту проехать. Тут есть все, и детский сад на этом рыбацком острове. И такие микромагазинчики. Но совершенно другой мир, совершенно другой климат. Именно вот какой-то атмосфера другая. Пальмы наклонившиеся стоят, видно, ветром их сдуло в молодости. Как они и покривились. Вот так. Так здесь живут. Тут тебе и дом, и работа. Синтяо. Синтяо. И мясо продают. Что-то там ремонтируют. И вон парень весь в лейкопластыре. Видно, спину лечит. И суп-фо тут по утрам, видно, дают. Ой, жжет пенопласт. Это жестко. Уходим. Вообще шикарная экскурсия получилась. Так, кокосы 50, все остальное тоже стоит денег. Ну, почти как на рынке в городе. И еще один маленький мостик через какой-то там ручей. Ручей, конечно, не отличается идеальной чистотой, мягко говоря. Да тут об этом и речь не идет. В общем, через речку вонючку проходят. Там лодки притулились с сетями. Поверните налево. Машина, тут не плавает. Затем вы прибудете к месту назначения. Вот, мы идем к месту назначения вот такими дорогами. Старожилы-то прекрасно понимают, где я иду. Бог знает где. Загогулина рыбацкого острова. Мастерская по ремонту байков. Микрорынок. Батат, яйца, зелень. Ну, в общем, все необходимо. Еда. Это батат. Сладкая картошка. Вот. Баклажаны, зелень. Ну, в общем, все покушать. Покушать. Да. Да выкидывай, господи, от 5 тонн мусора фантик твой не помешает уже. Так, ладно. Я вам показала общий план. Вон пальмы, кокосы. Тут этих кокосов и пальмов вот просто сколько угодно. Кстати, самые маленькие, молоденькие кокосы, самые сладкие, самые вкусные. А большие уже старые, кислые. Вон большой, не знаю зачем. Его, наверное, увезут на пляж и будут пытаться впарить туристам раз в 100 дороже. Ну, не знаю, 100 не 100, но намного. Вот. Цена кокоса тут 10 донгов хорошего. Бамбук золотистый, красивый. Ну, и так далее.